конкурса. Конкурс — очень положительные эмоции. Хороший праздничный день такой у нас. Значит, провести такой замечательный спортивный конкурс — очень приятно. Ну и познакомиться с Жуаном. Впервые как бы с ним так близко пообщались, поиграли. То есть очень все прекрасно, все понравилось. Ну, эмоции положительные, очень все понравилось. Мне второй раз подряд такой шанс выпадает, чтобы с Жуаном и с ребятами поиграть. Вот, ну, все понравилось, все очень классно. На площадке, когда смотришь, он, мне кажется, такой же, как и вот в неформальной обстановке. То есть такой же позитивный человек, веселый, добродушный. То есть, ну, совершенно спокойный, хороший, добрый человек. Очень понравился. На самом деле мне просто, ну, друг скинул, говорит, на, репостни, ну, мол, видео. Я его даже еще не увидел в самом ленте. Он говорит, репостни. Я говорю, что думаешь, выиграю? Он говорит, ну, а почему нет? Ну, я репостнул. Ну, а потом, когда уже ты мне написал, я просто был в шоке, на самом деле. В тот же день купил лотерею, выиграл 800 рублей. Перекладину, ну, мне там несколько раз вот столько не хватало. На самом деле не ожидал выиграть, потому что я даже не думал, что... Я думал, только в перекладину побьем, но у меня... Удары в перекладину — это не самый мой сильный конек. А оказывается, еще нужно было мячики половить. Главное было принять участие, познакомиться с Жуаном. А конкурс — это как бы второстепенно было. Просто, ну, как бы для себя немножечко подвигаться. Хорош. Мы вообще как бы спортивная семья, поэтому все спортивные мероприятия стараемся посещать семейным выходом. Поэтому и в этот раз решили всей семьей посетить. Ну и, опять же, всем интересно было познакомиться с Жуаном. Спорткомплекс, спортбокс даст тебе час бесплатной аренды. Может быть, уже знаешь, какой день хотелось бы поиграть и с кем будешь играть? Ну, играть буду со своими ребятами, с которыми в футбол играем постоянно. Но вот в какой день, еще не знаю. Скорее всего, на выходных.